Но прежде всего я хотел бы благодарить работников авиакомпании «Пулково», всех тех летчиков, инженеров, техников, рабочих, которые эксплуатировали самолет Ил-86. Потому что какую бы надежность самолет конструктор не закладывал, успех эксплуатации, безопасность полета в значительной степени зависит от тех, кто его эксплуатирует. Вы эксплуатировали самолет, на мой взгляд, я сделаю одну паузу, не буду ничего тут говорить, вы сами поймете. Но вы эксплуатировали его отлично. Поэтому я от имени нашего коллектива Илюшинского, который создал эту машину, создавал ее не один Новожилов, создавали талантливые конструкторы, хочу поблагодарить вас и пожелать вам новых успехов и, как говорится, экипажам чистого неба, мягких посадок, авиакомпании, хорошей загрузки пассажиров, ну и, естественно, по теперешним временам, хорошей прибыли, что не так просто получается в любой авиакомпании. Вот этого я вам от души желаю. И обеспечения безопасности полета. Раз пригласили, значит, я пришел.
Тем более на халяву стопку выпить. Уважаемый Борис Григорьевич, вы всю жизнь подписывали приказы по нам. Десятки тысяч приказов. И я повторяю, что при вас ни один летчик, ни один техник, ни один инженер не был уволен ни по сокращению штатов, ни просто там. Вы берегли кадры, потому что понимали, что это будущее. Вы берегли технику и развивали весь наш отряд. Поэтому послушайте приказ всех присутствующих в зале. Приказ номер один. Забережное отцовское отношение к летному составу. 30-летний доблестный труд во главе Ленинградского объединенного авиаотряда. Золотой именной медалью 25 лет Ил-86. Награждается генеральный директор Демченко Борис Григорьевич. Обижаться, можете не обижаться, но я начал говорить. Правильно? Правильно. Был великий праздник, который Борис Павлович Бугаев, один из лучших министров гражданской авиации, через все преграды учредил. И мы его всегда достойно отмечали. Это был 9 февраля, сегодняшний день. Это был праздник гражданской авиации. Сколько было выпито, сколько было хороших слов сказано. Пришли новые демократы, которые развалили Союз, развалили Россию. Самое главное, развалили лелеющую Советским Союзом и всем народом авиацию. Любимую авиацию. Вот, и любимую авиацию. Многие пилоты пошли, ну, я не буду говорить, куда пошли, вы все это дело знаете. Отменили праздник. Но мы не должны забывать о том, что жизнь идет и жить необходимо. Мы работали с вами в авиапредприятии конец 80-х, начало 90-х годов, когда уже ничего не было, когда везде нужны были деньги, нужно было то, а мы с вами работали. И вот здесь самое главное, что мы работали смело. Мы никого не боялись. А старались так, чтобы нас уважали и к нам относились очень хорошо. Была такая вот прелюдия, что вот в Соединенные Штаты Америки может летать
только Аэрофлот. Я с этим делом не согласился. Ил-86 у нас, Ил-86 у них, правда, у них был еще и Ил-62. Летали. Прилетает сюда к нам министр гражданской авиации, мой хороший друг Поляков Борис Егорович. Мы его встречаем, сидим в правительственной зоне втроем, я, Поляков и Ходырев, председатель Ленсовета. Я Ходырев говорю, что вот, Владимир Яковлевич, вот сидит министр, вы с ним друзья, а он, говорит, Питер не уважает. Тот как? Да, тот возмутился, говорит, как? Москвичи в Америку летают, а Питер в Америку не пускают. Но не может быть. У меня стоит бутылка коньяка, я только раз на три стопки и говорю, за полеты Пулково в Соединенные Штаты Америки. Поляков поднимает рюмку, Ходырев поднимает рюмку, и я поднимаю рюмку. Раз, нету. Говорю, ну, чтобы закрепить, нужно по второй. А Бог любит Троицу. Окрестить Пулкову в полетах на Америку. Раз. Утром я пришел, даже на разбор не пошел, вызывая Самошина. Толя, приказано через 2 месяца открыть рейс на Америку. Вот жалко, его здесь нет. Сейчас придет. Он будет. Он как стоял, потерял дар речи. Он не мог ничего сказать. Потом выдавил, это правда. Я говорю, это не правда, а через 2 месяца подготовить летчиков. Мы командировали 5 летчиков в Шереметьево. У нас там много было друзей. И ровно через 2 месяца Шеноне Гандер Нью-Йорк, мы полетели на Ил-86. Нужно было переоборудовать самолет. Я считаю, это была наша первая победа. Весь мир увидел, Пулково летит через всю Европу, через Атлантику, Канаду, в Америку. В Америке мы, правда, и условия хорошие создали для летного состава. И гуляли, и отдыхали. Летчик пока слетает из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк и обратно, это все равно, что съездить на курорт. Правильно или нет? Правильно! А на курорт нужно было платить еще свои деньги. А тут еще и приезжали или с чем-либо, или с чем, с тем, с чем хотел. Это была наша большая победа. Вторая наша победа была, где мы научили свои экипажи из самолетов Ту-154 и Ил-86 летать по Европе. Это наша работа в Турции в 92-м году, если вы все помните. Это было тяжелое время. Тяжелое, да. Мы участники этого дела. Да. Но я что, не участник? Да. Это было очень тяжело. И КГБ меня там, вот вы малые цены взяли, вы там это. Я говорю, вы, дураки, ничего не понимаете. Я подготавливаю летчиков через Турцию, по всей Европе, по Азии, по Африке. И через год у меня будет авиапредприятие, которое может облетывать весь мир. Это второе веха. Третье веха. И, наверное, все сидящие здесь прошли через нее. Наша работа в Китае. Тяжелая работа. Но я был у министра гражданской авиации Китая. Мы сидим с ним так вот. Ну, они не пьют, китайцы.
Ну еще как? Не бьют. А? Еще как не бьют. Я там тоже был. Да. Так. Говорит, ну ты понимаешь, твои летчики завоевали Китай. У нас нету таких летчиков. И когда у нас такие летчики будут, я тебе, ко мне на ты обращается, по-русскому разговаривать. Так мне было приятно слушать. После всех дрязг с Китаем, мы отработали там 2 с лишним года, и вот оценка министра, они китайцы самолюбивые, и он говорит, что у нас таких летчиков, как у тебя, нет. И когда такие летчики будут? Ну и мы же отработали в Китае без одной задержки. Сколько мы перевезли пассажиров? Мы не поломали ни одного самолета, мы ничего не сделали. Мы подняли имидж авиапредприятия и заработали миллионы-миллионы рублей. О чем мы здесь говорили, то есть долларов, о чем здесь говорили, платили и аванс, и получку, и строили, покупали самолеты, 30 самолетов купили и держали отряд. Ну и самое, конечно, было интересное уже, анекдотическое. 4 века в эксплуатации наших самолетов, когда мы переместили аэровокзал в Гандере с одного места на другое. Это делал я. Да я не об этом говорю. Фотографии есть. Я же не говорю об этом. Только было шума. Петя сел. Только было... Ты вокзал подвернул? Да. Звонили мне. Да. Я говорю, да вы что? Это же Ил-86 спроектирован Ильюшин ВКБ Новожилова. Он не только вокзалы может двигать, он может по-разному паровозы все двигать. Вокзал? А вокзал это фу! Мелочь! Да, thank you.
сегодня на выдающийся коллективный бор летно-технического состава. Это, как говорят, золотой фонд гражданской авиации. И я очень вам благодарен, что вы меня пригласили в этот золотой фонд гражданской авиации и вручили мне золотую медаль, которой все присутствующие здесь достойны. Спасибо вам! И я вас, с вашего позволения, с вашего разрешения, пойду. Годы беру свои. Великий наш воспитатель Островский. Спасибо. Спасибо вам. Здоровье, понимаешь? Чем больше пьешь, тем больше здоровья. О, Спасибо.